Майор Саркана, 8-й Гадианский. Майор, какая ситуация? Проклятые твари захватили орбитальные пушки. Оттеснили нас в этот лагерь и готовят массированное нападение. Лерао, вы с Альтаром и Аленом останетесь здесь защищать лагерь. Есть, брат. Майор, мы должны добраться до пушек. Да, милорд. Прошу за мной. Тираниды захватили орбитальные пушки? Да! В таких условиях нанести контрудар будет затруднительно. Положитесь на нас. Майор, враг начал наступление с востока. Укрепите восточный фланг. Ты, давай с ним. Мы поможем с оборотом. Мы это исправим. Надеюсь, ты ведешь счет. Само собой. Ни шаг назад! Расступаю. Во славу Ультрамара! Через джунгли и добраться до орбитальных пушек.
Орбитальные пушки на другой стороне болота. Будьте начеку. Тираниды могут устроить засаду. Полагаю, рой пришел отсюда. Повсюду эта мерзость. Живые органические машины. Да. Все это их корабли, их коконы. Само их существование — ересь. Мы прорядим их ряды, брат. Браво! Не останавливайтесь! Собираю припасы. Меня прижали! Мне нужно быть внимательнее. Орбитальные пушки — ощутимая потеря. И они дорого за нее заплатили. Но численность врагов весьма велика. Лучше бы восьмому полку постараться. Тебе знаком этот противник, брат? Да. Чем тираниды отличаются от прочих ксеносов? Это беспощадная зараза. И они хитры. Под контролем разума Улья все действуют как один. Будьте осторожны. Споры взрываются, когда рядом опасность. Используем момент и уничтожим. Стандартный взгляд на стратегию, лейтенант. В какой роте ты раньше служил? Я служил императору в ином подразделении. На корабле смерти? Да. Надеюсь, и небо будет такая честь. Восполняю запас. Заряжать.
Самый короткий путь через болото. Идем туда. Нет, болото кишит ксеносами. В русле реки есть бункер. Пройдем через него. Но мы потратим куда больше времени. Мы не пожертвуем стратегией ради скорости. Как прикажешь. Лейтенант, капитан Акиран дал нам новый приказ. Дальше вы сами по себе. Понял. Спасибо, Лирео. Увидимся на Несокрушимом. Вот и они. Орбитальные пушки. Боеприпасы. Мы хотели оставить пост, гвардейцы. Никогда, командир! Мы их закрыли. На большее сил не хватило. Открыть ворота! Есть, милорд. Открыть ворота! Но, сэр, вы сказали... Открывай, я сказал! Наступают, но нам их не удержать. Ты будешь служить императору, что они делают. Пытаются забраться сюда. На позиции. Стреляйте. Не дайте себя храбрость.
ничему не учатся. Граната защищает! Меняю магазин! Применил осколочную гранату! Сражайтесь, два лидера в той планете! Время.